В общем, решили на снегу написать поздравление с 8 марта. Но снег оказался твердым, ветер, вообще холодно. Написали, не знаю, что получится. Но делали это от души, с любовью. Давайте поздравим всех мам, бабушек, тетенек с 8 марта. Поздравляем всех девушек с 8 марта. Ура! А мы на Северном полюсе. Да. Вокруг нас снежные пустыни.